День открытых дверей прошел в Институте физики Дагестанского научного центра РАН. Студенты и школьники посетили лаборатории, криогенные станции и прослушали интересные и познавательные лекции. Стоит отметить, что в этом году институт отмечает свое 60-летие. Он один из первых не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Учреждение естественно-научного профиля. Его создание неразрывно связано с именем советского физика профессора Хабибулы Амирханова. К 110-летию со дня его рождения и приурочено это мероприятие. В Дагестане всегда было довольно много талантливых ребят, которые, так сказать, имели хорошие математические способности, физические способности. Есть определенная доля, так сказать, детей, которым физика очень интересна. И вот вся работа наша, профориентационная в том числе, она настроена на то, чтобы помочь этим ребятам определиться с выбором профессии, своей специальности будущей.